Hello, ты на канале RPLA, и мы продолжаем проходить Sacred. Sacred мы продолжаем проходить. И что меня интересует в первую очередь, это лошадь, например. Скорость 170-140. Тяжелая лошадь, легкий конь, скорость, продолжительность стремительной атаки. Блин, ну конечно, на самом деле было бы здорово заиметь все-таки легкую лошадь. Легкую лошадь. И с максимальной скоростью где-нибудь там, типа, потому что, ну, типа, сейчас у меня лошадь фигня. И из проблем, которые мы имеем на данный момент, мне придется сейчас пиндюхать полностью, короче, обратно до самого почти начала. Ну, нихрена тут урона теперь. 333 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Приятно бывает иногда 210. Район, с первого удара должен всех убивать. Да, теории должен. Так, броски железа. Броски железа. Чё? А, мне нужно, видимо, по какому-то зданию их собрать. Я об этом не знаю. Так, короче, проблема в чем? Проблема в том, что нам надо пиндюхать теперь обратно до самой той деревни. Короче, и... типа... возобновлять некие свои обязательства, я бы назвал это так. А, оно восстанавливается теперь дольше. Вот в чем проблема. Ну и ядом бьет сильнее. Да, Глинский, а можно, чтобы с вас ничего не падало? Ну или ладно, пускай падает. Да, оно теперь восстанавливается просто дольше. Ну ладно. С этим мы как-то разберемся по ходу уровня. Вот, короче, проблема-то получается как раз-таки в том, что... О, ёшки, сколько их тут. Ну-ка. Ой, не то. Ловите. Ловите. Да, урона прилично теперь. Можно толпами их прям вложить. Это офигенное заклинание. Просто против него никто не устаивает. И смотри, просто толпа выкашивает. Я не хотел становиться магом ветра. Например. Так, ладно. По заданию у нас получается, где есть задание? Там внизу это понятно. Здесь одно надо сдать. Блин, я не могу упустить такую толпень. По идее, получается, что надо просто их, короче, вот так вот собирать и спокойно толпами укладывать. При этом получая море опыта. Ну, псевдо море опыта, конечно. Да просто армию этим ветром можно ложить. Ты посмотри, сколько всего валяется. Офигеть. Да, неплохо. Этот, конечно, порыв ветра, это что-то с чем-то. Ну, типа, алло. И отбрасывает. И добивает. Но с таким количеством опыта еще бы. Так, ладно. Наша суть в том, чтобы быстренько добежать до деревни. Ладно, давай вот этого босика вынесем. Короче, из огненного прикольно еще было бы сейчас туда себе этот. Да, ни хрена тут вблизи, конечно, урона от этой фигни. Короче, вблизи... О, уровень отлично. Идеально, как раз вовремя, я бы сказал, вот так. Серьезно? Он типа почти с первого удара? Слегка обжаренными, подсоленными, с гарниром из... То есть я в теории могу даже не подходить к ним вообще. Еще чуть-чуть, их ядом будет очень здорово добивать на самом-то деле. Офигеть, просто офигеть. Только успевает лут сыпаться. Так, ладно. Нам, во-первых, надо сдать, по-моему, ему задание здесь, да? Да. И он, скорее всего, даст нам навык. Нет, кольцо льда. Херня. Вот. Во-вторых, нам нужно добраться каким-то боком там в самый низ. Я так понимаю. Ну-ка, давай-ка скастуем это.
Да, там, по-моему, в самом низу у нас еще одно задание было не сдано. Так, воришкин. Воришки нас мало интересуют. А, тут босс, заклинатель. Ничего себе. Ну, заклинатель вряд ли что-то прям, да, я и говорил. Вряд ли он что-то сможет противопоставить прямо сейчас. Да и в целом сейчас при таком этом... Кто что противопоставить-то может? Так, значит, понятно. Тут мы типа в целом навострились более-менее как-то удобно со всеми сражаться, скажем так. Ну, может быть, конечно, пока что ветер удобно, потому что ветер на них просто хорошо работает. Возможно, именно конкретно сейчас. То есть в перспективе, возможно, он не так сильно хорошо будет работать на них, на всех. Блин, а пока дойду до туда-обратно, я уже снова... вот эта толпа. Здорово, ребят. Серьезно? А чё они так прям упали? Долго мне там еще? Просто хочется сдать задание раз, а во-вторых, мне нужен телепорт в том месте. А убиваю я по большей части для того, чтобы просто все навыки получить, которые обменять снова же на порыв ветра, то я так думаю. Все будет очень просто. Ну, плюс на продажу шмот какой-то там. Какой-никакой. Да, тут была дорога. Ну ладно, это не сильно в целом важно. Опять какой-то враг специально. Не стоило меня сердить. Ну, возможно, да. Блин, а всех что-то выпадает. Офигеть, конечно, бьет. Просто вообще жесть. Имба. Отталкивает всех, еще и бьет. Реально имба. Типа ты даже не запариваешься вообще с этой штукой. Так, ага, отлично, мы здесь. Это замечательно, почти на месте. Первое, что меня волнует, у меня по-любому там куча хлама, ну это понятно. Второе, если мне что-нибудь обменять тебе на еще один порыв ветра, ну это вряд ли. Раз, два, три... И что, нет четвертого, что ли? Ну да, ну ладно. Значит, еще успеется обменяться. Так. Продать мне нужно что-то. А где лошади? Лошадь. Скорость 140 вообще не волнует меня такая скорость. И нам нужно... Ладно, давай качнемся. Что дает... Повреждение магии огонь. Ага, это оружием владение, медитация и магические знания, потому что это единственное пока что увеличивает нам урон хотя бы чуть-чуть. Можно я пройду, пожалуйста? Так, забери, пожалуйста, вот это, гном тоже, демон, вампирес, понятно, нам все это не это. Так, и что? Это в целом тоже мне не нужно. Хорошо, еще одно будет у нас умение, и мы снова улучшим порыв. Правда, порыв, проблема в том, что из-за навыков не так сильно регенерирует, скажем так. Что? Что за сокровище? Ментальная регенерация плюс 2, владение оружием плюс 2. Ни хрена себе. Что это? Это что? Это кольцо вместо... А, это прям сет какой-то. Нехило, нехило. Ментальная регенерация мне гораздо бы пригодилась. 2,9 секунды. Вот давай, кстати, глянем. 2,9 секунды. Качну я на одну. Станет меньше? Нет, 2,9 секунды. Хорошо. И последнее, что мне осталось, это... Значится, что?
Телепорт взять. А где телепорт был, кстати? Подожди. О, ёшки. Ну ладно, мы оттуда телепортнемся обратно, поэтому не так страшно. Так, через мост вроде как сюда. Ключевое слово вроде. Кстати, нет ли у тебя чего-нибудь интересного? Ну так, мало ли. Ну, из оружия явно темный эльф, понятно. Темный эльф — самое офигенное вообще ближнее оружие ко мне. Лучше, чем у него, не бывает оружия. Ментальная регенерация, физическая регенерация. Ментальная регенерация. А в моем сила. Естественно, ментальная регенерация. Давай поменяем. Скорость, ментальная регенерация. А, вот смотри, у меня 2,9 и... 2,8, да, влияет. Реально влияет. Значит, получается, что, ну, типа, прямо, да. Скорость плюс 11. Ага, нам на лошадь. Короче, нужно раздобыть лошадь тоже, потому что мы с лошадью спокойно можем кастовать. Да, конечно, редкость, понятное дело. Серьезное задание. Пожалуйста, помоги мне найти мою сестру. Она немного рассеяна, мы с ней отправились на рынок, и она оттуда куда-то делась. Она не всегда хорошо соображает, может, легко сблудиться. Я повсюду ее искал, да, понятно, короче. Да, возьмемся, но только проблема в том, что я уже здесь на этой локации, по-моему, почти все выполнил. Серьезно? Она так прям вот где-то здесь тусуется? А, и довести ее обратно? Ну ладно, только потому, что это прям реально рядом. Зачем я выпил эликсирчик? Кто мне подскажет? Никто не знает. Вот это задание, вот это я понимаю, серьезный подход. А, ну с другой стороны, она дала мне как-то заклинание, так что в целом это неплохо. Блин, я не туда пошел, походу, да? Да, потому что там телепорт был сверху, вон. Окей, ладно, сейчас обойдем. Долго, но обойдем. Я вот не знаю, водяной облик, по идее, мне нужен и так сам. Ну, без каких-либо там доп. Приколов. Ну-ка. 39. Так, ладно. Надо восстановление себе заюзать. До свидания. Опыт 6. Найс. Не опыт, а прям сказка. Так. Телепорт. Наконец-то сейчас доберемся, телепортнемся. Там, наконец-то, активируем телепорт и сможем между городами телепортиться. Аллилуйя. Блин, ну вот почему так? Еще и тут задание, оказывается, было. Прошу вас, помогите мне, достаньте это серебряный ручей в течение 3 дней. Там мы найдем того, кто заберет это послание. Пожалуйста, помогите мне, от этого зависит моя будущая, моя честь. И где это? Серебряный ручей, посланник. Пешком, серьезно? Ладно, раз мы здесь, так и быть. Только потому, что мы типа здесь, где-то рядом, относительно. Даже трогать никого не будем. Просто пробежим все. Скорость 140, а у меня сколько скорость, интересно? Я неизвестно, сколько скорость. А зачем мне знать, сколько у меня скорость? О, здорово, ребят. Для того, чтобы с тобой расправиться, мне не нужна магия. Да-да-да, конечно. Поэтому мы расправляемся с ними с помощью магии. Так, ладно, послание там сейчас отдадим. И придется через это все бежать, но нет. Это косяк, конечно, то, что нам придется вручную все пробегать. Ладно, ладно. Ну и где твой посланник? Что ты мне дашь, хотя бы скажи. Минус 500 золота опыт, что? Надо было хотя бы прочитать, что вообще он... Что он захотел. Меня, походу, развели просто красиво.
Так, обмен, пожалуйста. Давай пока что поменяем еще на порыв ветра. Хрен с ним, с водяным обликом. Отлично. Потому что под 50 урона это уже прилично. 3,5 секунды восстановления, правда, это, конечно, очень долго. Так, а это мы поменяем, короче, на... Огненная спираль. Потому что в целом, получается, у нас одиночная есть. И учитывая расстояние, которое нужно идти, я думаю, нам ближе до телепорта дойти. Потому что даже физически ближе реально выглядит. Поэтому погнали, короче, вверх. Как вверх, вниз, получается, снова. Быстренько пробежимся. Телепортнемся и наконец-то продолжим нормально проходить это вот. Вот все, застряли где-то посередине. Середине начала. В начале середины. Ну, 46 уже нормально, да. Прям вообще. А что у него? А, размер увеличивается. Блин, ну это прикол. Это прикол. Это прямо вообще здорово. Так. То есть, получается, против толпы у нас вот это. Это против направленной толпы. Получается все, короче, массовое в основном. Отлично. И... Неужели? Ну офигеть, конечно, урон теперь снимает. Добей. Отлично. Так, хорошо. Украденное железо мы уже типа выполнили случайно. Метеоритный дождь. Мало мне нужен, но пускай. Я понял, в принципе, зачем доп. Задание. Только для того, что, по сути, нам нужно, получается, собрать от них всякие вот эти доп-шмотки. Хорошо, нам в эту сторону, велюр. Вильбур. И нам можно сходить в аптечку. Давай сходим в аптечку, да. Заберем ее. По пути, в принципе, почему бы и нет. Ну, точнее, нам, конечно, максимально не по пути, но... Это будет интересно. Что-то скинуть есть? Нет, ничего нам скинуть нет. А, давай я заберу. Продам эту всю фигню по пути как раз. Лошадей у тебя не появилось, новая легкая, тяжелая. Лошадь обычная. Легкий конь, скорость 140. Блин, ну это все фигня. Это все, к сожалению, полная туфта. Забери, забери, забери. Забери, забери. Забери, забери. Какое-то, например, колечко есть интересное? Нету доспехи. Круг страха, магия войды, реки. Куча камней, которых пока что у меня нет. Огненная спираль плюс один. Ментальная регенерация. Скорость плюс 8. Защита. Скорость плюс 19. Ну... Ладно, давай возьмем, быстрее добираться будем. Учитывая, что мы маг, типа, нам, наверное, в теории. Какие-то вообще интересные параметры есть лошади в целом? И как на нее надевать это? Ага, все, понял. Ну, типа, быстрее. А так, в теории, нам нужна нормальная лошадь. Ну да, магию я юзать могу. Так что спокойно, да, подбирать я могу с лошади. Идеально. Хорошо. Нам направление куда держать, получается, вот туда. В теории прям вот так. Сильно прям я с кем-то, наверное, закусываться, думаю, нет смысла. Серьезно, с первого удара? Так. Мне нужно скастовать на себя вот эту фигню. Как минимум. Отправляйся за своими необразованными последователями. А чё у него так много здоровья? Мне кто-нибудь подскажет? Ладно. В целом, я думаю, что мы так прям надолго задерживаться теперь не будем с этим всем делом. Я думаю, что мы, скорее всего, типа... Ну, слушай, да? Слушайте, можно спокойно кастовать. И перемещаться, получается, быстро. И спокойненько себе все кастовать, что нужно. Еще удобно. Единственное, что нужно качаться в том плане, что очень долго все мне кастуется. Но мне надо по-хорошему так, собирать толпу.
больше. И кастовать на них вот так вот все это дело. Долго. Очень долго. А если через спираль? Не думал, что все будет настолько сложно. Через спираль в теории, кстати, быстрее. Здорово. Да, через спираль быстрее. Гораздо быстрее. Ну, здорово. Ребзи. Да, тут отваливаются через спираль все просто моментально вообще. И на что ты рассчитывал? Прям моментально все отваливаются через спираль. То есть технически гораздо выгоднее ее кастовать. Так, окей, пепелище понятно. Тут типа отряды, херады. Это фигня. Если получится собрать прям толпу, то в теории можно кастануть один разочек вот это. И тупо побегать вокруг, чтобы они тут все сами легли себе спокойно. Потому что их уроном просто спокойно положат. Ну да, эффективная вот эта вот штука гораздо более против всей этой бурды. Да, отлично. Ну, тогда, в принципе, все и понятно, как тут действовать. Собирать толпень. Вызывать эту фигню. И кастовать на лишних вот эту фигню. Кто прям мешает. Огонь. Сейчас уровень уже будет, офигеть, как так резко-то. Так, кастанем, короче, пока что, я думаю, еще раз. Это отлично. Ментальная регенерация, медитация, магия огня, магические. Пока что так. 47 и 68, отлично. А, в целом сохранимся. Чем бы и нет. Так, и куда нам дальше? О, я почти пробежал. Тут, оказывается, оно тут снизу где-то. Так, надо вот это вот усиление себе кастануть. Здорово. И здорово. Да ёшки-матрёшки, чё так долго-то? 500 опыта, серьезно, а чё он такой там, имбовый-то? Так, где-то здесь, на местном этом вашем попелище. Ловите. Так, готово. Босик положили. И на вас чисто уже вот это. Да, идеальное сочетание, как по мне. Дымящаяся броня героя. Аптечка где-то здесь, понятно. Ловись. Где аптечка? В доме, что ли, сгоревшем? Ну да. Стой, слезь, пожалуйста, с лошади. Аптечка. Золото. И больше ничего тут нет, да? Идеально. Так, окей. Здесь мы выполнили. В теории нам теперь бы как-нибудь к оркам пойти. Ага, это туда. Все, отлично, идем. Так. Останавливаем и... Ай-яй-яй, не надо так больно. Да кастани ты уже. Все, отлично. Ну, как бы, да, получается. Просто бегаем и спокойно. Не-не-не, давайте меня убивать-то не будем все-таки. Не очень хочется это мне развлекаться таким образом с вами. Так, и в целом мы можем пойти отсюда. Да ну нет. Ты не можешь меня убить. Ну, в теории тебя тут кто угодно может вложить. Благо маны нет. Была бы мана, это было бы вообще печально. Но я, кстати, всегда не понимал, как это мана, типа. Так это делать странно, типа, как это мана может быть у мага. У него же, типа, есть свои, как бы, как сказать, способности, так это назовем.
Ну, в целом можно даже не бегать. Реально проще не бегать. Что-то я что-то пропустил. Видимо, на прошлом пути что-то пропустил. Так и быть, восстановим все хилочки. Соберем побольше отряд. И просто постоим, получается. Ну, параллельно вот, врубая. Слегка обжаренными, подсоленными, с гарниром и с пюре. Сгинь с глаз моих. И что, ничего не выпало, типа? Я думаю, что как это ничего не выпало. Такое же невозможно. В рюкзаке нет места. Серьезно? Я не могу унести этот предмет. Я не могу нести больше. Кайф. Кайф. Получается, нам уже надо обратно в деревню. Ну, она тут, в принципе, рядом. Почему бы в нее не взглянуть? Очень не вовремя тут ребята все появились, потому что получается мне как бы не прям в кайф их сейчас разруливать. Ну, скажем честно, получается как будто для ленивеньких. Типа ты просто стоишь и в целом как бы все происходит и без тебя. 12 уровень, больше чем у меня. В рюкзак больше. Да, я ничего собрать не могу. Это при том, что у меня еще и умение выпало. Удар молнии. Хорошо, что рядом здесь торговец. Нифига просто прошелся, собрал, блин, дофига сразу всего. Скорость плюс 18, скорость восстановления заклинаний. Ну-ка, восстановление 3.3. 3.9. Ух ты, ёшки, нет, так нам не покатит. Придется продавать. Скорость плюс 18, ментальная регенерация плюс 3. Гораздо лучше. Нужна ментальная регенерация. Давай даже посмотрим. 3.3. 3.3. Но скорость добавлена. Так, восстановление заклинаний. Боевой маг. Восстановление заклинаний. Магия заклинаний. 47. Атак. 3 секунды. Блин, придется ходить, короче, с посохом пока что получается. Неинтересно, неинтересно. Сапожки, к сожалению, неинтересны мне такие. Скорость атаки, огненная спираль, плюс 1. И восстановление заклинаний, плюс 38. А здесь... ментальная регенерация, плюс 3. 3 секунды. Блин, тут скорость. Атак, 2.7, прилично. Тут 6. Ну, это меня мало волнует. 4. Меня волнует больше всего вот это восстановление. Насколько быстро оно будет восстанавливаться. Даем. Это нам неинтересно. Это я навыков набрал. Так, короче, получается, что у нас. Скорость плюс 8 это фигня. Оружие. Ну, это что-то будет прям такое, что. Да, вряд ли. Сложный выбор. Потому что скорость, я так понимаю, ну-ка. Так, я бегаю очень медленно. С этой фигней, скорее всего, я буду бегать так же медленно на лошади, все равно быстрее. Я не вижу, где скорость, просто, да, конкретно моя. Текущий показатель здоровья. Ладно, оставим пока так. Это оставим у себя, обменяем, короче, у него еще на порыв ветра все лишнее, взрывающие. Это все нам не нужно, потому что переигрывать за кого-то другого мы не будем, поэтому порыв ветра прям будем на максималку растачивать. Но. Так, отлично, 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 замечательно. Здесь сундучок мой есть, интересно, где-нибудь? Ящик. Аптечка. А, аптечку мы можем вернуть, да, задание получим, скорее всего, дополнительный этот. Так, а что это у меня? Восстановление заклинаний. И тут тоже восстановление заклинаний. Ага. 3.7, 2.7. А, и вот видишь, в чем прикол? Смотри, сейчас я качну. Апть. И 3.2.
и 3,7. Ну, 64 урона. Уже достойно. Не понял, оно что увеличивает? Они друг друга все увеличивают, что ли? Или как это получается? Как с каждым новым уровнем... Просто смотри, у меня и... Я же не качал спираль вообще. Или она от медитации так качнулась? Ладно, неважно. Аптечку на, возьми. Лесной союзник, чё? Так, одно есть. Украденное железо мы выполнили. Лошадь надо посмотреть, мало ли она загенерилась новая. Глядишь, будет какая-то хотя бы быстрая лошадь, прикольная. Лошадь 140, 140. Ну давай проверим. О! А, он же увеличивает размер, точно. Так, значит, 140 лошадь, легкий конь, цена такая-то, сопротивление лошади такое-то. Ну давай попробуем. Довольно многообещающим. Здесь наверняка найдется парочка интересных заданий. У меня уже получается легкий конь или нет? Отлично, только тогда кто мне вернет упряжку старую? Круто. Потерял скорости просто потому, что упряжку потерял. Окей, так, что у нас там по заданию? У нас там какое-то задание в углу есть некое. Ну-ка, мне интересно, сколько сейчас будет урона, когда я атаку сделаю. 60. Ну смотри-ка, теперь можно наконец-то ходить только с ним. То есть он даже... А, я не собрал все шмоты. Там же сверху шмота толпа валяется. О, блин. Ладно, пойдем соберем шмот весь. Может быть, не надо. А, еще такой вопрос. 3,7. А если мы под этим это сделаем, то... 2,9. Ага. Ну да, значительно быстрее. Серьезно, чтобы сундук поднять, надо с лошади сесть. Короче, понятно. А что это за прикол, что... Ну, раз я нажал, то сохранюсь. Отправляйся за своими необразованными последователями. 7, нехило. А, вон бракованная уздечка у меня, вон, выпала. И орки-то тут все собрались. Вам что, намазано, что ли? Ага, уздечка оделась. Отлично, да, скорость добавилась. Так, где-то здесь, тут я чуть-чуть случайно всех вальнул, и какие-то шмотки должны валяться в большом количестве. Не валяются. Ну, офигеть. С таким уроном, извините меня, два раза кастанул, и все легли. Так, ладно, орки. Пойдем с орками разберемся. Где-то вот здесь мешаются нам орки. Так. Ловите, короче, вот это заклинание, я думаю. И лови отдельно ты вот это. Ну да, одним ударом. Практически на раз его. Группа уничтожена. Все готовы. Все счастливы. Спасибо, что спасли меня и отца. И чё? А, и отец что-то. Благодарю вас, если бы не вы, эти чудища прикончили бы нас. И кто знает, что бы они сделали с моей дочерью. Просто дофига опыта, понятно. Так, это мы выполнили. И у нас осталось последнее задание. Это истребитель орков. Пойдем истребим орков. Раз уж все так хотят, чтобы мы тут истребителем орков запечесались, то мы их истребим. Не могу пропустить такую кучу полезного опыта, я бы назвал так. Ну да, по 60, конечно, прилично. Огненная спираль. Огненную спираль я не вижу смысла особо уточить, на самом деле. Удар ногой, отлично. Так, а где? Ну что, не с той стороны? А, сверху надо обойти, все понял. Моя твоя понять.
Надо, короче, призрачный лук, если будет, то мы качаем его, не перекидывая. Ну, не меняя, короче, местами его с этим. Орки, здорово. Умри! Ай-яй-яй. Отлично. Да, слушай, это вкупе все прям офигительно просто действует. Здорово, орк, иди сюда. Оно даже босиков, получается, трогает. Да, потому что это орк урагул, и его откидывает, и еще критует периодически. Лови-ка ты вот так. Прям весь в одно лицо. Прием. Уровень? Серьезно? Ладно, к остальным пока что, чтобы я мог спокойно распределить навыки. Медитация, естественно, новая. Что у нас тут? Торговля, подвижность, торговля. Уменьшает стоимость, мне неинтересно. Ой-ой-ой, а где маг? Кто маг? Кто меня там кастанул-то? Так, мне что интересно. Где мне сдать это задание? Истребитель орков. Вон оно, все ясно. Ну, мне просто в целом чисто интересно сдать уже. Чтобы, так скажем, типа расслабиться. Сегодня вы совершили ужасный поступок, но это было необходимо. Примите этот дар, знак моей признательности. Вступайте, выпейте за здравие погибших. Кто мне дал? Опыт. Фигня. Короче, мы, во-первых, по-моему, снова можем что-то обменять, потому что у нас, по-моему, снова набралось 4 бесполезных навыка чужих. 2. Блин, спираль неохота, на самом деле, использовать. 3. Блин, скину. Кто ж просит-то вас меня бить? Так, обмен, значит, это... Спираль как будто бы не хотелось бы менять. Метеоритный дождь? Да, но тоже нет пока что. В теории все чужие навыки было бы неплохо менять. Порыв ветра, отлично. Спираль, давай качнем. Потому что, короче, да, сотка, 73, отлично. Просто вообще сказка-бомба, в натуре четко. Так, и продать лишний шмот нужно тоже мне, торговцу. А что у меня за пояс? Ментальная регенерация, восстановление заклинаний, сопротивление магии, выносливость, скорость атаки. 4.1. 4.1, ладно. Хорошо, оставим этот. Так, колечко тоже в целом можно убрать. Малые эликсиры наставника. Пока фиг знает, увеличивает количество опыта, которое получает герой. Ууу! Надо чаще его использовать. Ты где? На какую кнопку? На W. Отлично. Уничтожение нежити. Ну, пускай будет. Блин, надо, короче, я юзать чаще наставника. А, медитация, естественно, мы уже качнули. Значит, что у нас там получается? Воздух. Владение мечом. Увеличит умение сражаться с длинным оружием. Повышает защиту атаку, боюсь, да, хом. Это умение обращаться стремительные атаки. Меня это мало интересует. Но учитывая, что у нас воздух, давай возьмем воздуха. Воздуха возьмем. И возьмем, короче, скорее всего. Ну-ка, давай. 73. И мы на одну качнем. Станет 73. Отлично. И если мы вот это на одну качнем, то. Ладно. 73 все равно. Хорошо, без разницы. Что ж, я думаю, на сегодня мы на этом закончили. Спасибо за просмотр. Ставь лайки, пиши комментарии, ставь группу в Дискорде, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме. И, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. Пока-пока.